Итак, всем привет. И тут у нас сегодня пришел телефончик. Такой вот, забрал посылочку. Желтенькая, все дела, китайская. Здесь у нас телефон 8620 Луна. Nokia 8620. Сейчас мы это дело разрежем. Что-то мог такой. Режется все. Ну ладно. Попробуем вот так вот сделать. Сейчас мы его расколбасим на какого-то. Так вот. Так вот. Раз, так. Смотрим, что там дальше у нас. Тут обрежем. Вот он наш аппаратик. Вот. Так, сейчас мы его выгрузим. Загружаем. Коробочку в сторону. Телефончик наш. Вот такая у нас черная коробка. У нас надписи всякие. Коробка опрятная, хорошая. Собственно, повреждений никаких не было. Все нормально. Передняя часть у нас такая. Такая вот. Луна 8620. Смотрим, что это у нас содержимое такое. В коробочке. Ставим это сюда. Так. Вот эта коробочка. Телефончик уже лежит. Дальше у нас. Дальше у нас тут зарядочка. Зарядка у нас микро USB. Наушники у нас, походу, обычные. Обычные наушники. Такие еще имеются. Эти красные штучки на них одеваются. Типа, как чехольчики. Почему красные, не очень прикольно смотрятся. Мануал у нас есть. Вот такой вот у нас мануал на английском языке. Весь на английском языке у нас. И кабель микро USB. Вот такой вот коротенький Nokia. Собственно, все, больше ничего нет. Диска нету. Ладно. В принципе, нам он не нужен. Этот самый диск. Так. Это тут тоже в сторонку отложим. Сейчас поглядим сам телефончик. Что тут у нас? Телефончик у нас весь в пленочках. Пленочки. На экране пленочки. Сзади пленочки. Выглядит все очень аккуратненько. Мне очень нравится. Оху. Вроде нормально. Смотрится. Такой вот у нас внешний вид хороший. Так. Ну, вроде все нормально. Можно приступать к включению аппарата. Так, один включать я забыл. А вот. Так, телефончик у нас включается. Просто ставит сим-карту. Сим-карту мы вставлять не будем. Так, меню сейчас выставим русский язык. Так, батарейка у нас здесь полная. Хорошо. А где же тут наш русский язычок? Родненький. Так, тон, дисплей, зен. Он, language setting. English. Так, русский у нас есть, немецкий. Что какой-то еврейский, что ли, непонятно. Так, выбран русский язык, все. Русский язык у нас есть. Клавиши подсвечиваются. Хороший аппаратик, солидный. Так. Сейчас пробежимся по внешнему виду. Все у нас тут нормально русифицировано. Прошивочка русская стоит, все отлично. Вот такой вот у нас оригинальный телефончик Nokia 8620 Luna. Угу. Отлично.
принципе, братик. Что еще тут рассказать, в принципе? Изменений никаких нету. Крышечка у нас стандартная, здесь также открывается, как и раньше. Собственно, у кого уже был такой аппарат, так как... Ага. Кнопочку нажимать мне. Потом... Ай. Уже тебе. О, все, я вперед на ток. Так, тут у нас батарейка BP5M стоит. Так, тут у нас стоит какая-то... Так, лейбл, это типа этот самый. На гарантию тут болтик они обычно закрывают, чтобы это самое. Если кто-то там вскрывал, допустим, чтобы видно было, что его вскрывали. Вот. Вот. Дефектов никаких нету, нигде ничего не удалялся, все приехало. Целости и сохранности. Все. Такой вот у нас аппаратик был сегодня на обзорчике. Внешне не посмотрели, в принципе, меня все удовлетворяет. Все, очень хороший телефончик. Вот, потом еще проверю, как он звонит, вот этот аппаратик. И все, свою камеру и так далее. Вот, этого делать не буду, потому что обзор будет коротенький. В принципе, не буду вас томить этим делом. Но самое главное, что увидели внешний вид телефона. И качество, смотрите, соответственно, посмотрите. Вот такой вот у нас телефон был. Все, всем спасибо, пока, ставим лайки, подписываемся на канал.